Peggy 18. Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима Позитив и... И... Продолжай! Да, и я. Я думаю, вы меня узнали. Нет, не узнали. Не узнали, да? Женёк Лесплей. Женёк Лесплей. Тебя не слышно. Женёк Лесплей. Женёк Лесплей. Ладно, давай сейчас. Чем мы сейчас занимаемся вообще? Бубу. Мы уже с этими Бубу начал ржать. Да. Я потерялся. А, нет. Среди красных точек потерялся? Да тут столько красных точек, господи. Ты магазин одежды, кажется, пропустил. Нет, да? Я не пропустил. О! Сейчас по карте. Сейчас, погоди. А, нет. Куда? Куда? Куда ты поехал, твоя мопеть? Учитывая то, что ты на пассажирском сиденье. Куда ты? Пассажир угнал масс. О! Пассажир угнал мопед с заднего сиденья. Отлично. А у нас деньги-то есть? У нас деньги есть, нет? 3 миллиона. Тебе не хватит? Мне не хватит на одежду. Я привык дорого одеваться. У тебя не зависло? У меня зависло. Все нормально. У меня все отвисло. Все отлично. Так, сюда, да, я так понимаю? Сюда. Next. Вы ошиблись. Слышь, выходи давай. А, нет, все нормально, тут другая кабинка есть. Так, я сейчас любимый скин поставлю. Я сейчас скин выберу, потому что самый хороший. Господи, что за скины вообще? Да. О, назад. Нет, этот хотел скин. Да тут скины говно. Вот именно. Не этот хотел, я хочу другой. Нормальный скин-то есть. Тут деньги не с него. Так. Да блин, тут... Нормального скина нет, вот этот выберу, окей, все. Красота. О, отлично. Я выбрал. Я тоже. О, погоди, а где ты эту одежду нашел? Везде. А у меня что-то такое не было. Да не ошибался, я кабинкой. Что ж ты? Люди, он быстро хочет поменять переодеться. О, суть деньги. Мне деньги даже не сняло. Офигенно, а у меня что-то нет такого скина. У меня полно всякого говна. У меня скин стоит. Где ты? Ты вышел, что ли? Да. Сейчас, погоди. С игры только не выходи. Нет, нормально. Эй, Нига, не надо. Я вообще белый. А я Нига, не надо. Едь, давай, стой, не едь. Нет, стой. Я хочу показать этот фейл. Ну не фейл, а прикол. Короче, сейчас я подойду, едь. Давай. Гони. Все. Читерский прикол, но поехал. Но лошадка. Вези меня, извозчик. Стоп, что это такое? А, это магазин. Это как с бабушкой, помнишь, вставные челюсти свои? Да. Мопед на дороге стал, я перелетел, мопед в голову полетел. Слушай, круто. А вот что вот это за синее такое, я не могу понять. Он уже куплен. Как куплен? Куда Су? Поехал? Давай, гэнэш, мать. Да, сейчас, погоди. Сейчас, подожди на минуту. Дай. Чувак! Я Димон, не хочешь на мопед брать, давай я к себе в машину сяду. Отомстил, скотина, отомстил, а? Да ладно я тебя, не так долго. Тобой сделался, а? Ну я сяду, люди, я сяду. Давай, садись. Ты куда поедешь? Я не знаю, какие-то... Да что было? Как я это сделал? Нет, ты меня еще не убил. Ты где? Какой карджек? А, вот и... Ты мне машину угнал. Да что так? Где F7? Я тебе ноги задавил. Да? Ты сейчас убьешь меня. Ты убьешь сейчас самого лучшего нигера в этом городе. Я самый крутой нига. Да поехали уже, ё-моё! Сзади сел сзади, понял? Давай, ты, короче, веди, а у меня интервью, всё, давай, поехали. А куда ехать? Да мне пофигу. Поехали в ЗАГС. Не, автошкола. Не, давай, слушай, поехали, где большее скопление народу, я сейчас набабахаю в этом, как его... Подписчиков.
кто хочет запилить летсплей, идите ко мне прям. А ты так и напиши в чат. Да, вот я это собираюсь делать. Let's... А ты можешь... А, вроде бы рекламу можно писать. Да ну нафиг рекламу, я хочу летсплей. Так. Ты хочешь, хочешь его, но никак не получишь, понял? Я уже плачу. Куда я еду, интересно? Сука? Куда? Куда, где больше народу, езжай. А где больше... А. Сейчас, сейчас. Ой. А я могу ехать? Нет, я написал букву С. ТЦ? ТЦ. Бубу прошло, теперь ТЦ. Да. Да где народ-то? Тихо-тихо, я хочу подло поступить. А я хочу народ. Смотри, смотри. Это что такое вообще? Умеешь так. У меня мопед на два колеса под землей уже. Ой, слышишь, ты видишь, что я делаю? Блин, я прибавился. Я, интересно, себя убавил или нет? Нет. О, я тебя убавил. А так... я был громкий? Нет, я случайно у меня покрутил. Видишь, что я делаю с мопедом? Да вижу. Айда к людям. Айда, поехали. Ой, 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 нет, 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 нет. Но лошадка, но... Ой, я вижу людей. О, давай, давай, красава. Как черепахи поехали. Ой, надо было там повернуть. Все. Сейчас сходняк будем устраивать. Подписчиков? Да. Ну или кто тут еще есть? Бр. Ой. Что это происходит? Не знаю. Хочешь турки? Пропадает. Тихо, тихо. Короче. Каюшки. Че это было? Я в больнице. Умри, то, умри тоже. Я не хочу умирать. Где больница, ты мне лучше скажи. Боичи. Чувак, ты чё, борзел? Он угнал мой мопед, чтобы его черт съели. Люди затрали. Женя затравлен. Женя затравлен. Нет, он так нагло ещё угнал мой мопед. Он за мной тянулся по асфальту полчаса. Слушайте, вот это чей мопед? Ну, мой мопед, окей. Чей мопед? Ну, мой мопед, но всё равно. Не насрать, чей это мопед. Слушай, а ты в какой больнице? Я приеду, заберу. Я не знаю. Ух ты, ой-ой-ой. Не, на карте посмотри, где ты. Тебе бан влепить? Ой, а это мужик был. Кому куда бан? Ничего не пойму. Все ты поймешь. Стоп, ты здесь? Или не здесь? Нет. Я в базе. Нет. Скин тот же. Че за фа... Что это за нафиг было такое? Что меня кто-то завалил. Пристрелил? О, я в больнице. Да меня какой-то дебил завалил, я вообще не пойму, кто это такой. Женя. Ты Женя! Где? А, вот, все, я тебя вижу. Женька, ты тут? А, вообще. Ну что, ты негр, что ли, не видишь? Айда, пошли. Да-да-да, ты все, так, ты сливаешься с полом так. Хотя, не, не сливаю. Куда? Чё за нафиг такой? Палит. Ой-ой-ой, админ, совсем? Стопэ. Вы... Какой я не прошел курс лечения? А, иди ко мне. Я прошел курс лечения. Какой в сраку курс лечения? Где курс лечения? А, все, понял. А, вот оно как. Какой идиот это придумал? Ты. Не-не-не. Давай выйдем с больницы, будем хаотично бегать. Я же... Ну да. Да ёпэрэс это... Я же прошел этот сраный курс лечения, он меня надоел уже, господи. Ты на сердечко стань, не стой. Да я стоял там уже 40 минут. Минус один. Все, я прошел. Наверное. Да. Ой, стой, подожди меня. Оживляю, я горю. Так, сюда нельзя, да? Зачем я это сказал, короче? Выйди, давай, выйди, я хочу проверить. Да я опять не прошел, да? Сколько у меня здоровья, посмотри. И у тебя полно здоровья. У меня полное вообще, по-моему. Дофига, по-моему, у тебя. Да что ж такое, а? О, она ушла. Payday, у меня украли 1100 баксов. А, я должен тут без... Курс лечения. О, господи. Я завершил курс лечения, наконец-то, блин. Давай, выходи. У меня осталось всего 200 с чем-то миллионов. Слушай, я только что вылечился.
Если меня сейчас убьешь обратно... Эй, это что за наглый? Это что за детский? Это мой мопед вообще. Его сначала Димон играл, потом ты. Ты кто такой? Ты кто такой? Ну стой! Люди, по-моему, Женя не заметил, что тут еще есть мопеды. А, нет, все в порядке. Я, наверное, так еще напишу. Ты знаешь, как вставлять там это самое... На видео, чтобы было надписи вставлять на видео. Умеешь? Умею. Это в самом Ютубе настройки. А, это аннотация. Чтобы по ссылкам там переходить. Ну это да, да, это есть такая штука. Слушай, так, давай план. Чем мы собирались план, сделать? План, я тебе перекрываю. Чем собирались сейчас сделать? Сейчас, подожди. Вот что я хотел. Не поехал. Нет, так, в натуре давай. Иди сюда. Я хочу вот так сделать. Ай! Ой. Спорим, на быстрой скорости не проедешь. Сейчас испытаю. Ты уверен в этом? Я полностью. У тебя полностью, кажется. О, еще кто-то и хочет испытать. Ты напиши, попилиться на летсплей. Вот так. Кто такой Димка Саша? А, вот он. Стой, стой, да не хочу я стоять. Не, давай остановимся, поговорим. Давай. Что? Надо. Вопрос. Ух ты, вопрос? Да ладно, байкеры собрались. Где можно купить скин? Поехали, покажем. Да стой, дай напишу. Сейчас, подождите. Стой. Все. Подожди меня. Давай, поехали. За мной какой-то читай. Чувак. Капитан Очевидность написал. В магазине одежды. Да ты просто натурик, Кэп. Ай да, сейчас, короче. Как ускоряться? Я не знаю, давай его как-нибудь сбрось. Правда, мы на таких же мопедах, у нас не получится. Я это почти сделал. Подожди, остановись. Он сейчас на тебя внатурит. Ты так хаотично катаешься. Я не собираюсь его ждать. Я профессионал просто, Сань. От меня ждать. Нет. А тебя? А ты где? Ты заблудился там, что ли? Он меня сбил. Козёл, а? Развернись резко. Давай сейчас вот сюда вот. В 2 метрах от магазина называется. Где он? Где он? Он срезал. Остановись, Женя. Я его потерял. Женя, привет. А, вон он. Стой! Вот он. Чувак, едь за мной, а. Едь ко мне, слушай, едь ко мне. Едь ко мне. Да я не вижу. О, вот я вижу его. Едь ко мне. А ты где? Я упал из-за тебя. Этот здесь за мной катается. Нет, я, конечно, не думаю, что он этот. Так, я вижу твой мопед, я тебя не вижу. А я под низом. Ты внизу, что ли? Да, я резко развернулся и улетел. Так, поехали. Давай, садись. Я здесь. Сейчас, давай. Давай. Да какого? Чё, что ты творишь-то, а? Давай. Всё, я слезу сам. Стоп, извиняюсь. Едь. Садись. Всё, поехали. Давай, я его всё-таки довезу. Он от тебя не останет, как подписчик. А? Как подписчик, он от тебя не останет, пока ты его не... Он не подписчик, наверное. Надеюсь, подписчик. Напиши. Подпишись на канал. Да не, это спам. Все, поехали. А ты ссылки умеешь отправлять? Прямо сами? В играх, да. Я умею. Ну я, по крайней мере, ни разу этим не занимался. Ты едешь там, нет, а? Деревня. Иди сюда. Все. Стой. Я покажу ему. Смотри, чел. Все, я хотел написать, но поздно. Все. Так. Это его мопед. Пока, чувак. Я затравил. Спасибо за мопед. Ты где? Нагло перед его носом забрал мопед. А, вот ты где. Так, давай это... Надо же там что-нибудь купить. У нас дофига денег. Давай купим что-нибудь. Дом какой-нибудь. Давай лицензию купим на оружие. Да ну в жопу лицензию на оружие. Стой, да я хочу дом. Где здесь дом? Я хочу жену. Где здесь жена? Каждый что-то хочет, но не всегда этого получает. Опа! Ты просто сейчас в чате пиши «хочу жену».
Давай я вот это сейчас собьем этого водила. А, ты где? Вот тут. Как ты собьешь водил? Ты на мопеде. Не знаю, я капитан. Иди сюда. Ой. Тихо, смотри, байкер, байкер, давай собьем его. Давай, план, план. Я хочу развлекаться. Давай, 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 сбей, это ФБРовец. Да, я вижу, что это ФБРовец. Но у него какой-то байк странный, он таранит все подряд вообще. Джеймс Бонд крикнул White Power 88. Джеймс белая Бонд сила. Это... Что за белая сила? Это типа против негров, что ли, он тут выступает? Да. Он за меня, но против тебя. Пошли, поехали. Надо новый скин купить. Жмем. Я хочу черта в дом. О, давай, 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 коп. Ай, спасибо тебе, Женя. Ну хорошо, там копы в таране. Ты где вообще? Куда ты потерялся? Я копа сбил. Зря. Зря. А меня кто сбил? А, это дальше все еще. Подожди. Стой, байкер. Поехали, нам нужен дом. Мы не можем жить на улице. Можем. Мы только раньше были бомжами, сейчас я нигер, а ты белый человек. Я вообще рэпер, понял? Я нигер. Вот тоже. А чё все куплено-то? Слушай, вот красные домики, это когда все куплено, что ли? Да. Да говно. Сколько тут человек? Зелёное это можно купить. Да что ж такое? Я за зеленым поехал. Зеленый можно купить. А где его купить-то? Он нарисован. Да? Да. Стоп! Где он? Ищем. Где домик? Я еду за тобой, я ищу. Я домик нашел. Нашел. Стоп, нашел. Тут что-то еще можно... Ох, нифига себе! А я его не заметил. Что, домик? Да. Где ну, ты? Покупай, хоть в гости меня пригласишь. Жди. А, давай, Жень, пошли. Давай, домик пошли. Мой! Мой! Да я знаю, что твой, я хочу в гости. Купить. О! А как мне зайти? Нажмите Alt. А, вот так вот, да? Давай, заходи. Мы не живем в одном районе, так скучно. А как зайти-то? Пустить меня! Alt, войди. А, Alt. Стоп. А. Локт? Да ты что ж такое делаешь? Открой двери. Сова, открывай, нега пришел. Не открыл. Тихо, стой. Да откроешь ты дверь-то, а? Напиши, slash closed или slash open, я не помню, что-нибудь напиши. Slash open. Slash open уже, а? Хоть какую-нибудь кнопку там тыкнешь, что ли. Команды. Я тебе сейчас дверь вышибу. Я вынужден. О, черный мопед, классный, слушай, мне понравился. Да, ты что, зайти не можешь? Заприваченный мопед! Кому нужен заприваченный мопед? Так. Администратор норм. Семья, давай ты будешь в моей семье. Давай. Только пусти меня в дом. Тут холодно. Алоэ вон, пойду. А сейчас зайди. А ты войди сейчас. Не могу. Что тебе пишет? Что тебе пишет? Локт мне пишет огромными красными буквами. Как лок. Ты. Лок и ты или лок? Черт его знает. Open. Я попробую сам что-нибудь. Попробуй напиши slash open, slash closed и slash что-нибудь еще. Open. Нажмите Alt на клавиатуре. А где я тебе его еще могу нажать, интересно? А, да что? Какой ты сегодня негостеприимный. И у нас мопед угнали. Да у меня зато дом. Пошли машину купим. А. Давайте дом найду. Слушай, вот пошли машины купим, пошли дом купим. Ты сейчас в хате будешь с машиной, а я как дебил буду вон тут вот стоять и говорить, открывай мне дверь. Пусти меня домой. Жена, открывай. Я не жена, понял. Заведи себе жену и открой мне дверь. Все, пошли отсюда. Стой. Где можно машину купить? Я хоть буду на машине ездить. Локед, ты понял. У меня дом онлайн. Номер дома 1300 какой? 86-й, пошли. Пошли тебе дом поищем.
Пошли мне дом поищем, у нас нет автомобилей. Транспорта нету вообще. А, все нормально, у меня есть. Садись! Тут какой-то чувак заспавнил себе говно какое-то. Поехали. А, это он нам заспавнил? Я не знаю. Это мой Это мой, слышишь? Куда выпал-то? Со своего мотоцикла. Давай тогда, я сяду. Ты води, я попробую на карту что-нибудь посмотреть. Это мой байк. Поехали. Куда? Ну, домик прикупим какой-нибудь. А где он есть? Где он есть вообще? Не знаю. Как тебе домик? Как тебе мой байк? Твой байк отлично. Я почему-то... Нет, все-таки мне было резоннее оставить скин бомжа. Ты че встал-то? Слушай звук. Сейчас я колонку прям в край прибавлю. Алло, ёпарсете, мне дом нужен. Да? Да. Че ты творишь? Не вот знаю. Если меня сейчас убьешь, я воскресну и отомщу. Да? Я буду мстить. Это не обнадеживает. Блин, не туда, дебил. Не туда, убей меня. Нет, что зря я это сказал. Ищем. Ой, опять. Так. Слушай, надо такой район вообще засранный, где вообще никто не живет. Я там поживу. Эники, бенники, ФБР въели вареники. Эники, бенники, почку проткну. Во, я знаю, Лас Калинос, поехали. Я меточку. Что это было? Что ты сказал? Я говорю, я в Лас Калинос меточку поставил. Там может быть домик. Хотя я не уверен. Ты знаешь, где Лас Калинос? Не знаю, зайди. Куда пошел? Зачем пошел? Вернись, я все прощу. Давай, заходи туда. Да это спортзал, да ну его, сзади. Пошли, не-не-не, иди сюда. Да что такое? Ты где? Иди сюда, смотри. Устроиться на работу боксера. Да не хочу я устроиться на работу боксера. Я хочу дом, у меня есть несколько миллиардов долларов. Зачем мне работа боксера? Подеремся. Ты меня еще доставщиком пиццы устроишь. Давай я тебя в Лас Калинос отвезу, может, дом купим. У тебя бензин мало. Да ты на заправку хоть заедь. Да, где заправка? Вот давай, говорю уже, отвезу. Ах ты хитрый какой. Нет, я бы отвез. Да где здесь хоть один дом-то приличный, можно купить, а? Ой, лагануло что-то. Ты видел это? Да. Я же говорю, давай отвезу, ты в заборы едешь вот. Чё за лаги такие пошли? Чё у меня не так? Пинг чё-то просел, кажись. Это... я на минут приостанавливаю. Да давай, ты сядешь, а ты... У меня вроде пинг больше... Это сам! Это всё нормально. У меня пинг вроде больше проседает, всё равно падла. Поехали отсюда. Смотрите, что он сделал с мопедом. Всё, пинг не проседает! Красота. Смотри, что он сделал с мопедом, он дымит. Это не я, это не я. Меня подставили! Кто? Кто? Откуда я знаю, кто? Вот именно. Смотрите, он уже 30% как живут. Меня все равно всегда подставляют. Особенно я. Да. Вот, все. Ладно, признайся честно, я мопед сломал. И на меня все свалил. Ай-яй-яй-яй. Но мопед задымился из-за тебя. Ну а какой мопед? Вообще нет мопеда. Люди, я еще еду, заметьте. Несмотря ни на что, я еще на нем еду. Да, несмотря на то, что я очень хороший водитель. Я на тебе сижу, заметил. Как ты на мне стоишь, между прочим. Как тебе пяточка моя? Ой, стой. Вернись. Сглазил, больше не едешь. Садись. Съехать, я один. Как нормальный, не сяду. Блин. Встань на дороге. Я хочу домой, хочу домой. У меня нет дома, но я хочу домой. Какой у тебя хач на дороге? Все. Сейчас тихо, стой ровно. Я сейчас занижу твой мотоцикл. Хоть не выражать. Поехали. Нет. Ты бы видел же свою рожу. Ты вообще тоже своего скина. Жалко, тут нельзя персонаж создать. GTA онлайн. Вот это было круто вообще. А у тебя есть GTA онлайн? Поехали. Есть GTA PS3 там. У меня нихт GTA онлайн, к сожалению. А что за них? Куда? Что это было? Садись нормально, а то ты что-то куда-то... Тороплюсь. Поехали.
Респект, быстро. Так, тут, по-моему, можно дом купить. Так заорал, конечно. Я хочу второй купить. И ты опять выпал. Че у тебя за 12 точка? У тебя точка 12 стоит. Так, сейчас, все, я иду покупать дом. Мне нужен дом. А, это вот что? Ну, это нормально. Сейчас куплюсь что-нибудь. О! Ой, красота. Ой, красота. Как тебе купить? Можно я быть твоим соседом, а? Ой, красота. А, нет, красота, да. О, продать кушать. Ой, красота. Ой, у меня есть даже диванчик. У меня есть даже кухонька. У меня есть телевизор, у меня есть... У меня вообще много чего есть. А как выйти-то отсюда? Слушай, а как выйти? Не знаю, альт. Альт? А, во, все, вообще красота. Отвези меня к мою квартиру, я продам. Ты где? Слушай, подожди, подожди. Давай мопед, садись, мопед. Стой, впусти, впусти. Слушай, а, погоди, погоди, давай я сейчас попробую поэкспериментировать. Так, войти. Так, сейчас. Подожди, мне какие... Мне надо продать квартиру. Клоус. Нет. Не, я поехал. Где мой мотоцикл? Да что? А что, нельзя открыть, что ли? Где мой мотоцикл? Команда. Нет, а как она писалась-то когда, чтобы команду узнать? Ладно, мне... Help. Дом вполне нравится. Слушай, а что вообще ничего не работает, а? У меня ни одна команда не работает. Женя! Едь, я хочу дом свой продать. Да погоди ты. ХЛП. Сейчас. Не, слушай, а как команда? Почему у меня ни одна команда не работает, а? У меня тоже. Бывает. Оплошность. А где... А, мотоцикл там же. Я вообще стой, не работаю. Женя, потому... Женя, смотри. Называется подставить еще раз Женю. Давай, у тебя, кстати, я мопед даже не покоцал, пока мы ехали. Да? Да. А, подожди, стой, на секунду, встань с мопеда, я хочу залезть на мопед самое. Да что ты творишь-то, а? Уйди от меня. Сейчас, подожди. Что это такое? Задись уж по-нормальному-то, ёлки-палки. Я хочу мопед сломать. Не надо лопать. Лапки не пяти, поехали. Нормальный же мопед. Красавый. Это мой. Это он, мой мопед, а ты за рулем сидишь моего мопеда. Иди сюда. Тралишь меня, да? Нет, я просто хочу, чтобы ты бил мотоцикл, мне его жалко. Я заметьте, я мотоцикл не бью. Вот если ты заметил, я мотоцикл не бью. Сейчас ты здесь. Я тебя бью. Хорошо, я тебя бить не буду. Может быть. Все, погнали. А, я не так сел. Ну нормально, пойдет. А что у меня из жопы дым идет? У тебя просто бомба. Бубу идет, да? Так, интересно, сейчас опять пинг упадет, нет? Смотри, как я тебя ускорил. То бишь... Посмотри, как дым тебя ускоряет. Да, у меня мой дым. Пропеллер. Мне интересно, нет, у меня это... сейчас пинг... Высокий будет или невысокий? Да нет, я турбо сделал, смотри какой турбо. Сейчас так резко поворот. Красота. Круто. Вошли, так сказать, в поворотик-то. А что, чтобы один дом купить, нужно второй продать, если у тебя уже один есть, я что-то не могу понять. Да. Что. Да ну как это стрима. А ты куда едешь? Куда к тебе домой? Ты знаешь, где он? Текстуры пропали. Нет, сумевай. Что? Текстурки пропадают. Давай. У меня идея. Смотри. Короче. Так, ну у тебя же дом вроде близко, да? Слушай, за то, что у тебя настоящее имя, фамилия, кикают игрока. Прикинь? Ну считай, кикнул игрока Макс Назимов, причина имя, фамилия. А, да, в натуре. Ну, у меня женёк летсплей, я не думаю, что есть фамилия летсплей. А если будет тебя кикнуть, прикинь, всех покикали. Ну, это тогда я должен быть евреем с такой фамилией. Все, приехали, давай, продавай свой дом нафиг. Ты еврей? Нет. А должен? Ну. Продавай свой дом, сейчас тебя соседом своим сделают. Участочек приобретем. Надо будет посмотреть, как команды вводить нормально, а то что-то у меня команды, не могу понять, ничего не вводится, блин, бесит уже.
На-н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 а
Я же просто профессиональный водитель. Люди, понимаете, смотрите. 10% сломал я, а остальное Женя. Да ты чё, какой детский-то? Я твой мотоцикл второй раз вижу. 20%. Мне, по-моему, сообщение ВКонтакте пришло. Хорошо. 60% я сломал. Вот. Вот так. А 10 Женя. Да. Сам признал, заметь. Вот. Молодец! Да не парься. А, нет, парься. Я жив. А я нет. Стоп, а где я? А я у себя дома. Ха, красота. Ну я сгорю лучше. А я горю. Все, я сгорел. А я у себя дома, мне хорошо, мне ничего не надо. Но у меня нет автомобиля, я теперь как дебил. Я иду пешочком. Автомобилька это сильно. А че я на спавне? Типа потому что не повезло, в отличие от меня. У меня-то дом есть теперь. Ло-ло-ло. Слушай, заедь за мной. На чем? Я пешком. Пешком. Ой, господи. Я с тобой заскочу сейчас, подожди. Я найду такси, на чем съездить. У меня есть какой-то мопед, но он почему-то не берется. Вот. Не используйте все. Сейчас надо приостановить, пока я найду транспорт и найду... Видишь меня? Я тебя вижу. Привет. Давай сюда. Сейчас Димон, давай плыви быстрее. Я стреляю вот этот твой прикол. Женя, подожди меня, сейчас я выплыву. Давай, давай, плыви. Я туда плыву вообще. Здесь можно выйти? Я тебе давай покажу, где можно выплыть. Хотя я не знаю. О, вот тут можно. Где? Вот, вот сюда. Плыви сюда. Муха задолбала меня. Я правильно плыву? Ну, ты меня видишь на карте? А, на карте? Ну, на радаре-то вообще. Стой. Да мы уже почти доехали до дома. Хорошо, все. А это сейчас дома купим, на этом серию закончим. Давай. Да что ты творишь-то, ёпарса ты? Ты же не знаешь, где дома. Доехали, сяду. Все, поехали. Это ты мне говоришь? Ну нет, себе. У меня голосовое управление компьютером просто. Слушай, а вот эти дома нельзя купить? Не. А их уже кто-то купил? Да. Да что за скотина-то за такая? Барашка. Я хотел себе эти дома. Я тоже чего хотел. Опа! Дома. А, нет, это говно дома. Вот эти дома. А, бывает дома, бывает нет. Бывает... А, нет, все перепутал, наоборот, там говно дома. Едем обратно. То есть ты распределил по виду, да? Да, есть дома, есть говно дома, а есть... А ничего больше нет. А есть крутые дома. Есть хороший дом. Есть Ашарбет. Есть дом Равшана. Дом идиота. А, нет, это говно дома, я перепутал. Женя... Пожалуйста, есть нормально. Вспомни, мне. Держи. Я не могу, я. Все, приехали. Сейчас скажу, нет, это не те дома, да? Нет, точно это говно. Заправка, смотри, заправка. Да, вот все, приехали, мы приехали. Мотоцикл у моего осталось совсем немножко. Сейчас. Вот тут вот дома. Куда? Выпал-то? Я дом нашел. Вот дом. Где? Вот тут. Иди ко мне. А ты где покупаешь? Я здесь. Ты его покупаешь, интересно, где? Я тут, а. Вот, это куплено. Все, я нашел себе дом. Мечты? Да. Иди он. Вот, иди сюда. Мечта, сарайчик, да? Подожди, я по соседству сейчас. Вот, все, я купил. Оккупировал. Отличный, кстати, дом. Ты прав. Не, погоди, ты где покупаешь? Я рядом. Сейчас. Фу. Господи, сарай какой, а?
Нет, ты в котором из этих домов? Выйди куда-нибудь. Ищи. Нет, в натуре. Давай, покажи мне свой дом, просто мне интересно. Сейчас. Вы не у себя в квартире? Как? Я его купил. Ты где? Я тебя пытаюсь найти. Ты в каком домике? Я не. Ищи меня. Покажи мне свой дом. О, я тебя вижу. Все, отлично. Какой у тебя? А. Ай да, вот мой, кстати, прям вообще сосед. Вернусь за мной. Я открыл, заходи, заходи. Нет, смотри, выйди на минуту. Не, заходи в дом. О, сошел. О, всё. Кстати, у меня такой же интерьерчик дома. Теперь выходи, теперь выходи. Все, закрыл, да? Нет, не закрыл, да. Закрыл. Айда, выходи сейчас на мой дом, посмотришь, он тоже рядышком стоит, прям соседи в натуре. Так, медикаментов. Пошли что-то купим. Не, давай вот дома купили сейчас. Ты можешь зайти в дом, зайти в мой дом. Твой нет, айда сюда, вот смотри. Я прям с тобой по соседству живу. О. Соседушка, привет! Сейчас я открою дом, открой дом. Хэ-меню, да? Хэ-меню. Ой, не то меню. Вернусь замок. Да, вижу. Все, открыт. Привет, Жень. Да где надо меня бить тут, а? Успокойся, сосед, успокойся. Что тут нервный-то какой, а? Иди сюда, сосед. Я тебя обнять хочу. Да успокойся ты уже. Я экскурсию провожу. Ты надо валяешь. Серию заканчивать, а ты меня бьёшь. Ты валяешься и бежишь. Стоп, я у тебя сетхом поставлю. А где мой дом? Я с тебя свой дом потерял. Ты вышел, что ли? Да. Как я не у себя в квартире? Команды. А, все нормально, я у себя. Все отлично, красота. Ну что, давай заканчивать уже. Ладно. Ты где? Подожди. Выйду. Где? Полезу на крышу моего дома, у меня как раз домчик красивый, вообще ништяк. Сосед, привет. Да. Давай, нет, давай вот так вот на крышах закончим. Ты на той, я на этой. Стоп. О, блин. Айда в натуре, ты на своей крыше, я вот здесь, вот рядом с проводом. Блин, я упал. Да что ты творишь, что ты задолбал? Иди к себе на крышу. Моя крыша. Слышь, Карлосон, иди на свою крышу, живи, а? Привет, малыш. Малыш, иди сюда. Моя личная крыша. Малыш, иди сюда. Я за крышу аренду платил. Нет, не платил, не надо выходить. Иди сюда. Я все равно в доме заспавнюсь, что хочешь. Ладно, давай закончим. Давай. Опять упал? Ладно, давай, вот так что-то не... Встанем красиво. Давай, вот так вот сейчас. Только ударь, я тебя убью. Я не собирался даже. Ну все, давай. Куда пошел? Да что ты творишь, что ты... Хорош уже. Давай вот так вот. Мы продолжаем, да. Давай, я продолжу. Давай, вот так закончим. Короче... Дальше от меня, да? Да, мы прощаемся. Я из-за тебя закончить серию не могу никак. Иди сюда, сосед. Я закрыл, зараза, я хотел спрятаться от тебя в твоем же доме. Если ты спрячешься, я тебя там убью. Открывай. Открывай. Короче, всем удачи, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был я, Женек. Вы, с вами значит, был Димон. Мы играли в Самп. Да. Я Женя, прощаюсь с вами в одиночку, потому что да. Димон сошел с ума и хочет меня убить. Он стоит на улице. Стучит в дом. Всем стучит спасибо. В мою дверь. Давай так, я тоже попущаю. Кто попущу. Стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Куда ты идешь, да? А я за твоим. Я с кульком, чтобы тебя взять. С каким кульком? Я не семечко. Я взять твою голову. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте видео. Всем удачи. Кстати, не забывайте, что Женя, в следующий раз же у Жени видео не будет. Почему? Вы знаете, что с ним будет. Открой дверь. Нужно тебе.
Открой дверь. Тут замкнутое пространство, я не хочу находиться с тобой в замкнутом пространстве, я тебя боюсь. Все, честно, я изменился. Ладно, все, короче, до свидания, дорогие друзья.